各位辛苦了。Дорогие участники, приветствую вас. 这三天呢、啊，大家都很认真的学习。В течение этих трех дней все усердно старались.希望我有带给你们一些收获。Надеюсь, то, что мы делали, для вас имеет важное значение. 这个只是一个开始而已。Это только начало. 希望你们把今天所学的好好的运用，交给你的学生。Надеюсь, то, чему мы научились в течение этих трех дней, вы хорошо преподнесете своим ученикам.以后我们会碰到的机会会很多。Конечно же, возможности встретиться снова с вами будут все больше и больше. 对，我也很高兴这一次到亚美尼亚来认识大家。Очень рад, что я приехал в этот раз в Армению и познакомился со всеми вами. 好，我祝各位以后在教学的路上更顺利。Желаю всем удачи в дальнейших своих деятельностях. 也恭喜你们今天拿到了很漂亮的那个 certificate. 也поздравляю всех с получением таких красивых сертификатов. 请不要把它弄掉啦。Не нужно терять их. 好，谢谢大家。Спасибо всем. Все участники семинара получат по два сертификата за участие в трехдневном семинаре. Также те учителя, которые сдали экзамен, получат специальный сертификат, сертификат учителя международного уровня. Мы с мистером Ляо решили огласить те три идеальные работы, которые выполнили наши учителя, поскольку они были просто идеальные. Всего лишь одна ошибка и все. Так что давайте вместе мы сейчас назовем имена и похлопаем этим учителям. Первая идеальная работа, без ошибок, получает сертификат и сдала экзамен, уже понимаете, Нелли Белян. Вторая работа, где был всего лишь один неправильный ответ, Марат Садыков. И третья работа, которая также заслуживает аплодисментов, это Армине Шалвазян. Марат Садыков. Огромное спасибо всем организаторам. И как организатор знаю, что это не очень просто все это организовывать. Одно дело организовывать, другое просто приехать на готовое. Вот. Огромное спасибо Юле и Дэвиду Ляо. Вообще, если честно, я давно уже не преподаю, это мне больше так для интереса, так сказать, я приехал. Но, если честно, почему-то захотелось вернуться обратно в преподавание. Вот. Всем следующий наш участник, который также получает сертификаты в участии и сертификат учителя, это Мэри Макарян. Просто для фото. Узмам шуракалцин хайтнэдэг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 
ամեն, ամեն, ամեն ինչ սովորեցնելու համար, և ինչպես նաև մեր ընկեր Յուլիային։ Поблагодарила всех. Следующий участник, который также получает сертификаты в обучении и сертификат одной звезды, это Эля Вартанян.
разу шерсти. Кстати, это редкость, когда большинство получает сертификат учителя. Անչափ շնորհակալ եմ Յուլիա Գասպարյանի եւ պարոն Գյավեի նման հնարավորության համար։ Следующий участник это Сона Маркарян. Также сертификат учителя. Շնորհակալություն հայտնել առաջին հերթին Յուլիա Գասպարյանին նման հնարավորության համար, որ տրվել է մեզ, եւ իհարկե Դավիթ Լյավին, որ այսքան երկար ճանապարհ է կտրել եւ մեր ձեռը դիմացել է, այսպես ասած, ինչպես նաեւ բոլոր մասնակիցներին, որովհետեւ նաեւ շատ կարեւոր էր փորձի փոխանակումը, հատկապես մեր հյուրերին, շատ հաճելի էր ձեզ հետ այստեղ սովորելը։ Армина Шамбазян также получает сертификат учителя. Ну, идеальная работа, всего лишь одна ошибка, молодец. Самая юная, кстати, у нас. Շնորհակալություն հայտնել իմ ուսուցչուհուն Յուլիա Գասպարյանին, որ այսքան կարճ ժամանակահատվածում ես կարողացա նման գիտելիքներ ձեռք բերել եւ կարողացա պատվով հանդես գալ այս սեմինարի ընթացքում։ Շնորհակալ եմ նաեւ Դեյվիդ Լեոին, քանի որ ինձ համար մեծ պատիվ է գտնվել այս սեմինարին։ Սա շատ պարտավորեցնող է եւ կարծում եմ սա դեռ ամենը չէ, շարունակվելու են մեր բոլոր աստղիկները։ Լուսինե Ջավահիրյան, դուք ցույց տվեք ուսուցիչը։ Հերմինե Ակլունց։ Я очень благодарна всем организаторам, Юле и ее замечательной команде за то, что пригласили сюда. Очень благодарна вам, Дэвид, большое спасибо за этот бесценный опыт. И я надеюсь, что наши крымские дети составят вам достойную конкуренцию. Маленькая, спасибо большое. Галина Мик. Долгожданная звездочка. Руки дрожат. Не плачь, а то я заплачу с тобой. Долгий путь у нее и звездочка. Молодец. Так, можно мне микрофон? Обязательно. Ой, даже не знаю, так долго, правда, шла. Ну, во-первых, спасибо вообще просто всем людям, которые были вообще в Армении все это время с нами. Это очень гостеприимная, очень теплая страна. Юлечка, ты просто вообще гений, что ты придумала все это. Юля еще в Москве сказала, я сделаю это лучше, все будут об этом говорить, и ты это сделала. За то, что вы сюда приехали и дали еще раз возможность пройти тренинг. Девочки, я вам так скажу, можно ездить и второй, и третий раз, и все время будет что-нибудь новое. И вот сейчас у вас будет перерыв для того, чтобы осознать, применить все это к детям, да, и потом нужно обязательно ехать на следующий тренинг, который будет, я думаю, что когда
когда ты нам его сделаешь, он снова будет, да. Еще я хочу сказать, что, наверное, не все здесь знают, что мы работаем с Юлей по партнерской программе, и мы теперь тоже IQ-центр Санкт-Петербурга. Вот я очень была рада здесь быть, увидеть всех, вообще просто всю суть. Спасибо. Тамара Евлахова. Сертификат учителя, одна звездочка. Юля, во-первых, огромное спасибо тебе как организатору. Сказать, что я потрясена, это ничего не сказать. Потому что, во-первых, я увидела Армению первый раз в жизни. Она, конечно, для меня необыкновенно гостеприимная страна благодаря Юле. И я очень рада вообще вас всех видеть, познакомиться с вами, познакомиться со всеми коллегами, обменяться бесценным опытом. Ну и, конечно, я не безмерно счастлива вообще. Спасибо вам огромное. Сирянуш Тадевосян, сертификат учителя. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին, հանդինս Յուլիայի. Իրոք շատ բարձր մակարդակով էր կազմակերպված և ուզում եմ բոլորիս համար կարծում սա մեծ պատիվ էր, որ մենք հանդիպեցինք և դարձանք աշակերտը աշխարհահռչակ Դեյվիդ Լաուի. Ուզում եմ հայտնել, որ մենք սկսել ենք համագործակցել և ես դարձել եմ իմ ուսումնական կենտրոնը ասոցիացիայի անդամ և համոզված եմ, որ դա միայն կրթության ոլորտում լինելու է բարելավման պատճառ և ուրախ եմ այո մասնակցության համար և համագործակցության համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սերտիֆիկատ ուչիտելը Անի Ախվերդյան։ Кстати, IQ-центр Сочи. Очень скоро. Мне, наверное, столько всего хочется сказать, но я постараюсь очень коротко. Я хочу сказать огромное спасибо Юле и Гаспарям, потому что если бы не она, меня бы сейчас здесь не было, и я бы не видела свой путь дальнейший, свои цели, свои мечты. И, не знаю, спасибо огромное за такое прекрасное начало. Всем участникам огромное спасибо. Да, у нас все еще впереди. И чуть-чуть хотела бы сказать большое спасибо Дэвиду Ляо. Все семя уши, во ши ханхао, во ши хан гао си, хрэм ши ни. Следующий сертификат, сертификат учителя Анна Хакопян. Մեծ անչափ շնորհակալություն հայտնել Տիկինին ջան ձեզ մեզ հրավիրելու մասնակցության համար, անչափ ուրախ ենք, որ այստեղ ենք գտնվել։ Շնորհակալություն Դավիթ Լաուին երեքօրյա աննկարագրելի մեծ գիտելիքների ու հիանալի սեմինարի համար։ Անչափ շնորհակալ եմ սա իմ երազանքից մեկը, որը իրականացավ։ Անչափ շնորհակալություն IQ կենտրոնին և Следующий нас учитель с одной звездочкой, Ани Даня. I would like to
express myself in English in order that they also understand. So I would like to thank for the organization for giving us this great opportunity to take part to Yulia Gasparyan and IQ Center. I would like to thank Mr. David Liao. Due to him, this mysterious world of mental arithmetic became a bit clear. And I would also like to thank the director of Abacus, Mr. Boyce Vokin, because as a result of our partnership with IQ Center, this opportunity was given to us. Thank you, all of you. Давайте поаплодируем. Ирина Заяц. Ярослава Кушаева. Байкала. Мы потрясены, какая у вас красивая страна, какие у вас красивые люди, какие гостеприимные люди. Спасибо всем. Спасибо, Елена Беляла. Спасибо, Елена. Лариса Игнатенко, сертификат учителя. Спасибо Дэвиду за то, что приехал, поделился своими знаниями, передал нам часть своего опыта. Я надеюсь, что теперь мы все будем активно его использовать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Будем ждать следующее продолжение. Большое спасибо Юле за такую организацию. Вообще мы были потрясены, потому что мы-то уже не один тренинг прошли. Уровень, во-первых, уровень преподавания, уровень знаний и уровень, вот, который здесь вокруг. Тепло, уют, ну и, в общем, мы просто все очень... Саяна Манкуева. Везде написали Саяна Манкуяна. На клеечке везде. Хочу сказать большое спасибо, в первую очередь, Юле. Юле, спасибо за то, что ты организовала такое мега-крутое мероприятие, которое позволило нам не только обучаться три дня, да, но и прожить эти три дня. Да. Теперь мы все, наверное, участники семинара согласятся со мной, что мы теперь как одна большая семья. Девочкам твоим большое спасибо, они ночью не спали, нам все помогали делать. Большое спасибо Дэвиду за бесценный опыт, который я приобрела за эти три дня. Говорю не только за себя, но и за своих учеников, потому что мои ученики сейчас смогут выйти на совершенно другой уровень благодаря этим знаниям, которые я получила на этом семинаре. Спасибо вам большое. Вероника Симоненко. Микрофон. Без слез.
фундаментальная арифметика изменила мою жизнь. Она заставила меня двигаться вперед, и в мою жизнь пришли такие люди, как вы, такие, как Дэвид, такие, как Юля, такие, как ребята, с которыми мне удалось прожить эти 3 дня и даже больше. И я надеюсь, что это будет точка старта, а не финиш, и мы дальше будем вместе расти и развиваться. Спасибо вам большое. Елизова Евгения, сертификат учителя. Во-первых, большое, огромное спасибо действительно организаторам, там, Юле, в вашем лице, всем девочкам, даже вот работникам этой гостиницы. Какое радушие, какое, знаете, от всей Армении, наверное, вы нас таким теплом обогрели. И свозил Борис нас, да, вот в школу не попало, но на озеро с Иваном. Вот, я до сих пор под впечатлением и природы, даже и погоды, и всего-всего. Значит, огромное, отдельное спасибо вам, мистер Ляу. Надеюсь на следующую встречу и на вторую звезду. А потом 3-4. Огромное спасибо тренерам, которые приехали и поделились своим опытом, потому что, общаясь здесь, мы действительно как-то друг другу рассказали очень много интересного, и это действительно нас сплотило, потому что, находясь в разных концах нашей большой страны, тяжело общаться, а сейчас, думаю, это облегчено вот это общение. Елена Сорокина. У меня 4 дочки, и моя младшая говорит, мы принцессы, а мама королева. И вот сейчас Дэвид поставил, так сказать, мне звезду, как корону. Но это для меня, в принципе, я как бы не рассчитывала на это, потому что для меня очень много сложностей. И вообще, когда я первый раз слышала вот такую возможность поехать, опять-таки, для меня это было нереально, потом я вдруг себе сказала, а почему нет? Знаете, это вот как что-то такое зазеркальное было, потому что я уже очень давно никуда не ездила, у меня дети, маленькая, самая младшая, 5 лет. Это было просто unreal. Потом я себе сказала, это надо сделать. И вдруг оно сложилось. А еще и звезда, это просто круто. Спасибо всем большое. Анна Дарпинян и 1 звездочка. Экипа Анатоль. Идеально. Мэри Бельян. Наш методист. Наверное, вы уже ей доверяете. Майлен Лесов Гартахайтвен. Шнуракалучен Нахи Барачайтвен. Юлия Гаспарянин, мы амен ничего сатарелу, тевеш дару хамар. Дэвид Ляуин, мы сэд порцов поханаквелу. Я вурахем, вор артен дурс еканк ничего сгайна спарес. Я в мэр арачинг, хайла арачинг,
դեպի միջազգային մարզիչ կոչվելու, հա, IQ թիմի եւ ընդհանրապես բոլոր մասնակիցներին մաղթում եմ, որ սա լինի մեր առաջին քայլը եւ գնանք դեպի առաջ ու շատ շուտով ունենանք արդեն 4 աստղ։ Ани Самбатян, одна звездочка. Շնորհակալություն այս հնարավորության համար, որ մենք կարողացանք մասնակցել եւ ձեզ դեպի անչափ շնորհակալ ենք։ Մարտինի Հովանեսյան, այդու արտիկ։ Շորիկ Նիկողոսյան։ Анна Оганян, одна звездочка. Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, սիրելի Յուլիա, շնորհակալություն ամենիցի համար, շնորհակալություն մեզ հրավիրելու ձեռնելու այս հրաշալի հնարավորությունից օգտվելու համար, իսկ կարող եմ ասել, ուզում եմ ասել շնորհակալություն, որ դուք ուղղակի գաք։ Աննա Գոլոյան, Անի Ասատրյան, our dearest teacher, Yulia Gasparyan, for this great opportunity, all the members of our IQ team, and of course, Mr. David Liao, because it is a great honor to take knowledge from you. Thanks a lot. Maria Gavalagiani. Серине Абрахамян. Поаплодируйте. Откуда маленький секрет? Ей вообще нельзя сейчас переживать, она у нас беременная. Выходит на улицу, выходит, дышит воздухом, волнуется, но она это сделала. Браво! Օրինակելիքին, օրինակելի ուսուցչուհի, ամեն մարդու չէ, որ կարող է շնորհան սովորել։ Ես էլ ասեմ, իրականում շնորհան սովորելով, իրական օրինակելի հայուհի։ Դուք պետք եք մեր ազգի համար այս ազգանվեր աշխատանք եք սա։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հնարավորություն եք մշակել մարդել մեր երեխաների ուղեղը։ Շնորհակալություն։ Աննա Նավասարդյան, сертификат учителя, одна звездочка. Ես միշտ ասում եմ մեր խոսակցությունների ընդհանուր հանդիպումների ժամանակ, որ երբեք կյանքում չեմ ունեցել նման մենթոր։ Ես շնորհակալ եմ քեզ, որ դու առաջնորդում ես մեզ, ոչ միայն գիտելիքի առումով, այլ նաև մարդկային տեսանկյունից։ Ես ուզում եմ, պարոն Լիաոյին, շնորհակալություն հայտնել
ինչի համար յուրաքանչյուր մասնագիտություն ունի փոքրիկ գաղտնիքներ, որոնք ես ոչ ոք չի ասի։ Իսկ այստեղ, այս երեք օրվա ընթացքում մենք իմացանք այդ գաղտնիքները և հենց դրա համար շնորհակալ եմ ձեզ։ Наш последний учитель Армине Гагикян. Организатор этого форума и главный руководитель и самый высокий по уровню знаний учитель – это Юля. Пожалуйста. Следующие две звезды будут ваши, а у меня впереди еще четыре. Так что... Меня зовут Галина Миг, я являюсь руководителем детского центра IQ в городе Санкт-Петербурге. У нас с центром IQ в Армении договор о сотрудничестве, и мы развиваемся и действуем в одном направлении. Я специально приехала на семинар, который был организован в Армении и проходил здесь в течение 3 дней. На этот семинар приехал ведущий гуру в мире арифметики, ментальный Дэвид Ляо. Он уже около 50 лет занимается арифметикой ментальной и преподает в 25 странах. Семинар прошел очень хорошо, на высоком творческом таком и профессиональном накале. Очень много преподавателей, практически все сдали на уровень одной звезды, это уровень учителя. Это международный сертификат, и надо отметить высокий уровень подготовки армянских педагогов. Потому что в декабре, например, когда семинар был в Москве, из 48 преподавателей сдали всего 10. На этом семинаре практически все преподаватели сдали. На нем присутствовали гости из России, из разных городов, из Санкт-Петербурга, из Москвы. Люди приехали из Сибири, из Байкала. Был представитель из Крыма. Обстановка была очень хорошая, очень дружелюбная, и мы очень многому научились, и очень благодарны Армении за то, что нас так тепло приняли, и мы столькому научились и так много увидели за эти дни. Организатором этого мероприятия является руководитель и владелец сети IQ. Юлия, она потрясающий человек, очень профессиональный педагог, который в своих центрах обучает своих педагогов и поддерживает очень высокий уровень преподавание арифметики ментальной. Мы желаем центру IQ развития, благоденствия, хороших преподавателей, хороших учеников. И очень хотим, чтобы правительство Армении и образовательные государственные школы обратили на такое направление в сфере образования, как арифметика. Ментальные. Меня зовут Саяна Мункуева, я тренер из города Улан-Удэ, это Республика Бурятия, мы находимся рядом с Байкалом.
Я очень рада тому, что была участником такого масштабного мероприятия, как наш семинар. Да? Мы учились 3 дня. Эти 3 дня для меня стали открытием. Я открыла для себя очень много нового. Также хочу сказать большое спасибо организаторам этого мероприятия, а лично Юле Гаспарян, которая провела это мероприятие на очень высоком уровне. Хочу сказать большое спасибо тому опыту, что я получила вместе, работая вместе со своими коллегами на эти 3 дня. Мы обучились не только тому, как нужно вести, получается, ну, ментальную арифметику, да, как от такого великого человека, как Дэвид Ляо, но и между собой мы обменялись своим опытом, очень много разговаривали на тему, как проводить уроки, что нужно сделать для того, чтобы ребенку было комфортно, и что нужно где-то учесть, какие-то свои недостатки, и получить хорошие результаты. Хочу сказать большое спасибо этой стране, очень гостеприимная. Хочу сказать, что у вас все очень красивые люди, у вас очень красивые обычаи, как вы, у вас очень красивый язык, когда вы разговариваете на армянском, такое ощущение, как будто вы, ну, даже как мелодично, это очень красиво звучит. Когда мы приехали в Армению, нам провели экскурсии по школам Армении. Я преклоняю перед вами голову, как вы стараетесь своим детям дать такое хорошее образование. У вас есть такие проекты, которые могут вам через 15 лет дать такое поколение, которое будет действительно передовым поколением, которое будет не только на уровне Армении, это будут успешные люди, да, но и во всем мире, я считаю, что мало таких будет специалистов, которые могут похвастаться таким образованием и такими возможностями. Меня зовут Кушеева Ярослава, я приехала из Улан-Удэ. Это очень-очень далеко от вас находится. Мы летели сначала до Москвы на самолете, 6,5 часов летели, потом от Москвы сюда. И когда мы вышли в Ереване, это какое-то такое непередаваемое ощущение праздника началось. Нас так встречали, такой воздух, такие люди. Встречала Юля Гаспарян. Мы с ней познакомились в Сочи на Олимпиаде, где ее детки заняли самые высокие места. И Юля как-то заразила своим оптимизмом, своей увлеченностью. Очень многое в нашей работе тренеров по ментальной арифметике зависит именно от тренера. Да? Методика может быть, в принципе, не так важна методика, как важен тренер. Вот у Юли вот этот вот огонек, даже не огонек, а такой пылающий костер, она такая зажигательная, ее так приятно слушать. И самое главное, что Юля не только дает какие-то советы, она умеет слушать. Вот это тоже очень важно. Я очень благодарна Юле за этот семинар, как мы за эти 3 дня мы стали такой большой семьей, большой дружной семьей. Дэвид Ляо – это просто, не знаю, космос какой-то, не только ментальной арифметики, а как человек, насколько он преподает профессионально, сколько мы нового узнали. Казалось бы, мы обучались уже разных методик, у разных преподавателей, но как Дэвид Ляо это преподает, это просто уже ни с чем не сравнимо. И эти сертификаты, как мы сегодня сдавали экзамены, как мы все волновались, как мы были рады, что мы получили за свои труды. Мы едем с таким запасом оптимизма, мы хотим делиться этими знаниями полученными. Юле просто вот огромное-огромное спасибо. А насколько мне понравились люди в Армении, это мало того, что они красивые, вот просто все люди красивые, очень гостеприимные, очень приветливые, везде все покажут, все расскажут, и все улыбаются. Ну, мне очень понравилась Армения, я надеюсь, что я сюда еще вернусь.